30 мая в волонтерском центре Поволжской академии физкультуры и спорта состоялась долгожданная презентация программы «Городские волонтеры чемпионата мира по футболу 2018». С приветственным словом выступила дирекция спортивных и социальных проектов, рассказав о том, кто такие городские волонтеры и в чем их важность. Вы самые главные люди чемпионата мира. Волонтеры, которые в ежедневном режиме будут встречать гостей, как сегодня уже говорилось, и в аэропорту, и на вокзале, и на стадионах, вы те люди, которые в ежедневном режиме встречаетесь и общаетесь с людьми. Это очень важно, это безумно важно, потому что именно по вам будут судить о городе в целом. Не только про футболе, что люди приезжают не только за спортивными эмоциями, они, безусловно, пойдут по нашему красивому городу. Заявочная кампания по набору городских волонтеров в городе Казани на Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу 2018 была организована 1,5 года назад. Для участия в качестве волонтера онлайн-заявку подали более 3000 человек. Из них отобрали всего 1000 самых лучших, часть из которых сегодня и приняла участие в презентации. Студент Казанского федерального университета, будущий дипломат из Африки, рассказал, что собирается оттачивать свои навыки коммуникации во время футбольных матчей. У меня пока еще, все не точно. Точно выделено, но я буду работать с зрителями. Скорее всего, либо там направить людей, там дать какую-то информацию, там работать в камере хранения. Вот такими работами я буду заниматься. В рамках мероприятия была представлена новая экипировка для городских волонтеров. Футболка с эмблемой Мундиаля и надписью «Волонтер», брюки-трансформеры, легкая ветровка, бейсболка и рюкзак. Все в светло-голубых тонах. Также волонтерам удалось продегустировать национальные татарские блюда, которые будут предоставляться волонтерам на протяжении всего чемпионата. В разнообразное и сытное меню на каждый день входят чечевичный суп, рис с рыбной котлетой, салаты с капустой и моркови, чак-чака, леш, бекен с капустой и многое другое. Но все это лишь приятное дополнение к тому, что ждет волонтеров на самом чемпионате. А это буря эмоций, новые знакомства и приятные воспоминания. Мария Пенигина, Владимир Нелюбин, Универньюз.